Она находится фактически в четырех стенах каждый день. 30 минут прогулки в день, посещение душа на 20 минут. Сильно похудела. Я не понимаю сомнений по поводу того, как же так, если выйдет один, а не все. Последний раз адвокат встречался с Машей в начале февраля прошлого года, 23-го года, то есть около года назад. И последнее письмо пришло от Маши в середине февраля, 15 февраля 23-го года. И с тех пор у нас нет от нее никаких писем. Получает ли она наши письма, также неизвестно. Конечно, мы продолжаем ей писать. Нет звонков, хотя раньше они тоже были, они положены были в соответствии с условиями содержания.